Если вы считаете, что знаете все о сырниках, вы глубоко ошибаетесь. Существуют сырники, о которых вы даже и не знали. Привет, друзья! Вы на канале Волшебная еда, и сегодня готовлю сырники с кабачками. Один кабачок весом в 450 граммов тру на крупной терке. Добавляю чайную ложку соли и перемешиваю. Оставляю на 30 минут. Отжимаю кабачки от лишнего сока и выкладываю в другую чашу. Добавляю 500 граммов творога. Вбиваю 2 яйца. Всыпаю 5 столовых ложек манной крупы. Еще щепотку соли. Перемешиваю. Вливаю в сковороду подсолнечное масло и разогреваю. При помощи ложки выкладываю сырники. Обжариваю с обеих сторон до золотистой корочки, без крышки, на средней мощности плиты. Приготовьте очень вкусно со сметаной. Если понравился рецепт, ставь лайк и подписывайся на канал Волшебная еда. Впереди много интересного. Составь ингредиентов и их количество под видео.